Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Алло. Сливочный точка, мне с тобой не жить, мне с тобой не спать, мне с тобой детей не рожать. Здравствуйте, здравствуйте. Музыкальный продюсер беспокоит вас. МС Батю, СМСМ. Работаем с такими лейблами, известными как Дядя Джиай, Чипинкос и прочие известные личности. Хочу предложить вам работу, да, вот, как начинающему артисту. Есть у вас желание, скажите, пожалуйста? Да. Есть, да? Это Николай Александрович Кабанов, правильно? Да, да. МС Кабан, правильно я понял? Нет, МС Джо. А, Джоник? Джо. МС Джо, да? Да. Вот, вы сейчас где находитесь территориально? Я просто хочу вам переезд предложить. Поселок Львовский. А, я понял. А Москву, в центр Москвы нет желания куда переехать сюда? Тут, чтобы есть. Удобнее работать было с вами. Есть, да? Да. Я понял. Так, но вы давно занимаетесь вообще рэпом? Да. А можете пару строчек, так чтобы я понимал ваш стиль? Ну, сейчас, я сейчас пока не читаю, а музыки нету, и я пока не читаю. А музыку, да, именно, я понял, аранжировки, да, занимаетесь, минусами делаете? Не минусами, это минус друзья делают, я сам текста пишу. Я понял, но я сам МС, я просто чувствую, да, вот именно рэперские акценты, именно вот это рэперское все. Именно то, что ты действительно артист, да, и такие, как ты, как раз в Москве нам нужны, чтобы делать рэп, флоу, амахасл различный, также ганста рэп, да. Мы также, да, да. Вот, по ганста вообще слышали, да, что-то в этом направлении? Да, да. А каких, знаете, ганста рэперов таких вот известных? Snoop Dogg. Snoop Dogg, да? А MC Батю 77. Нет, это не первый раз слышу. Батюа, 77, Москва. Не слышали, нет, да? Ну, это наш, тоже наша звездочка, мы его сделали. Япончик. А МС Пена? МС Пена нет, тоже не слышал. Ну, я понял. Ну, а так, пару строк хотя бы, что-нибудь по-ганстерскому можете бахнуть, чисто бабахнуть? Но пока нет. Ну так, экспромтом что-нибудь читануть чисто по-рэперски, по-ганстерски, прямо так, ну, чтобы я флоу услышал. Sorry, мам, я был хулиганом, sorry, мам. Ты говорил, что я не стану известным, на твоих плечах мой будет портрет. Я понял. Неплохо, неплохо. Ну, тут чувствуется именно что-то вот Snoop Dogg, да, и Exhibit. Именно что-то из этого, да, фанат Exhibit'а. Ну, я фанат Первого класса. А, вот, вот, точно, точно. Я думаю, что-то знакомо. У нас тоже он записывался на студии лейбл. Я понял. Вот. А Чипинко, знаете такого? Басту знаю, вот это. А, Баста Хрю, который, или другой? Баста, Баста. А, я понял. Баста. Ага. Неплохо. Ну, тоже, да, в этом стиле именно читаете? Да. Да. Я понял. Тони Нагана. Нагана. Нагана, Тони Раута, вот. А, Тони Раута. Нагана знаете, да? Да, да. А Басту? Тоже. Тоже, да? Хорошо вдвоем читают вместе. Слышали их, фит? Да. Понял. Я понял. Ладно, хорошо. Когда вам удобно будет, скажите, встретиться? Ну, я график работаю, день и ночь работаю. Я понял. День и ночь. Хорошо. Так, но мы в Москве, у нас офис, квартира есть для вас будет, да? Так как вы будете наш артист на нашем лейбле. Действительно, будьте известным, потому что Москва, сами понимаете, здесь мы сделаем настоящих артистов. Я понял. А Василия Вакуленкова, знаете Вакуленко? Нет, нет. Не знаете. А Басту знаете, да? Да. Ну, а может еще пару строк тогда в стиле Баста?
Сейчас не могу, сейчас. Что Не. я давно сейчас как-то не могу, что я сейчас на работу просто собираюсь. А, на работу, я понял. Ну так, пару строчек чисто, чтобы я тоже вот именно в стиле баста, чтобы я вас сейчас записал, именно артиста, вот именно какие, да, у вас направления, чтобы я понял, ганство у вас, и второй вот по басте можете. Блин, но сейчас не могу. Ну так, что-нибудь экспромта, просто по-быстрому, чтобы я понимал именно расстояние. Моя игра, это лежит, кто-то играет по правилам, а кто-то играет нет. Это моя игра. Не, ну вот это да, это действительно, это уже что-то между Оксимироном, по-моему, да, получилось? Нет, это баста. А, баста хрю или обычный? Обычно. Угу. Ну хорошо, я понял. Ладно, так, когда вам набрать тогда, когда вы будете свободны? Ну, а завтра можно набрать. Во сколько? Ну, часам где-то в 3. К 3, да? Да, что я буду отспаться, в 3 часа я стою. А вы сейчас где работаете-то? Красным-белым. А, на кассе или охранник? Не охранник, грузчик-комплектовщик. А, ну, что-то вы это самое, явно не в том месте. Вы, как талантливый рэпер, должны быть у нас, в Москве. Вместе с MC Батио поставим вас именно в лейбл. Ладно, ну, что, я пошел, что у меня сейчас электричка. Хорошо, всего доброго вам. До свидания, до встречи. До встречи. Что?